Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем разыгрывать Xbox 360 на нашем солнечном побережье. Смотрите, какой закат! Смотрите, какой закат! Так, ну что, приступим к розыгрышу. Вот наша страница. Это наш любимый паблик. Смотрите, как много подписалось человек. Ой, 18 221 человек. Так, сколько же у нас репостнувших? 7327. Офигеть, просто замечательно. Так, заходим в мобильную версию. В мобильную версию заходим. Так. Заходим в мобильную версию. Так, смотрим. 8504 лайка. Заходим в лайки. Сколько у нас поделилось? 7327 человек. Ого! Это просто круто! Так, 147 страниц. 147 страниц. Так, заходим на сайт random.org. На всякий случай обновим его. Вбиваем 147. Генерируем. 50-я страница. Ищем 50-ю страницу. Так, ну 50-я страница, скорее всего, у нас здесь. Так, 65-я, 63-я, 61-я. Как долго-то, а? Так. Ой, так, не туда. Так, попали, не попали? Так, ну почти. Ищем 50-ю страницу. Вот она, 50-я страница. Смотрим счастливчиков. Кто у нас счастливчики? Смотрим имена счастливчиков. Если вы узнали себя... Я думаю, что вы сейчас просто вне себя от счастья. Так, 50 человек. Заходим на сайт random.org. Обновляем. Вводим 50. Генерируем. Опять 50. Опять 50. Ну, на всякий случай проверим. Может быть, генератор сломался. Генерируем снова. 7. Генератор в порядке. То есть ищем номер 50-й. 50-й номер у нас Рилан Амагомедов. Смотрим Рилана Амагомедова. Так, Рилан Амагомедов. Заходим в нормальную версию. Рилан Амагомедов. Вроде настоящий, да. С 96-го года рождения. Так, посты есть. Сколько у него друзей? 78 друзей. Друзей немного, но подписчиков много. Подписчики Рилан 330. О, смотрите, наш пост находится здесь. Так, нажимаем на наш пост. Попадаем на нашу группу. Так, ищем нашего Рилана среди наших подписчиков. Наши подписчики. Поиск по подписчикам. Вводим Рилана. И находим его. Так, Рилан в наших подписчиках. Ну что ж, поздравляем Рилана. Он выиграл у нас Xbox 360 и 3 игры. Тем, кто не выиграл, можете не расстраиваться, потому что у нас будут еще конкурсы. Уже завтра, скорее всего, будет новый конкурс, где мы будем разыгрывать новые игры, какие-то коллекционные издания. Поэтому подписывайтесь на наш паблик. И всем удачи. Пока-пока.